Здравствуйте! Сегодня пятый день, как я лечусь. Пью воду, пью масла. Сегодня делали хиджабу. Думала, больно будет, но не так больно, как я предполагала. Но после этого легкость и спине легче. И голове легче. И ощущения какие-то непонятные. Надо еще переварить. А так ноги заживают. Сплю сегодня. Почти сегодня не спала. То есть до часу спала. Ты чего? Нет, я до часу спала, потому что я ночью плохо спала. А так я в 7 часов встала, а тогда час спала, да. Расскажи, как ты с процедуры ушла? С процедуры ушла без костыля. На своих ногах. На своих ногах, да. То есть это... Он мне просто не понадобился. То есть мне как-то... Я говорю, легкость пошла, вот как будто крылья за спиной. Я просто... Я говорю, рассчитывала на то, что больно будет там, еще что-то... Да. Терпеть надо, кричать надо. Нет, это оказывается совершенно все по-другому. Ну вот мы помыли твои ноги сегодня и будем потом их попозже обрабатывать, колоть и все наносить. И вот у нас ноги вот выглядят уже вот так. То есть вот здесь наши корочки. Они есть, они не такие открытые раны, как было. Все вот тут покрыто пленочкой, все заживает. Ноги. Сегодня 50 минут сидела на виватоне, да? Невыветренный. Да, запах жуткий. Но старалась, закрылась одеялом. Сидела, так, болтала ногами. Сидела. Ну и сейчас мы будем делать перевязку. Как обычно мы делаем, вот у нас здесь деготь, единол, пихтовый бальзам, от которого у нас Ирина кричит. На складки нанесем алоэ вера и обязательно всю вот эту поверхность вокруг самих ран нанесем вот именно сегментарный универсальный гель Виватон, который обезболивает. И завтра уже мы планируем ставить пиявки именно на зону лимфоузлов, это на стопах. И продолжается у нас голодание. Да, воду пью, голодаю, есть не хочется. То есть нет такого, что... Я первый раз просто от себя даже не ожидала. Голодать легко, да? Да, голодать, оказывается, легко, да. Просто воду попить, когда хочешь. И мозг не заморачивать. Да. Вот такие у нас дела. Так что Ира у нас лечится. Всем пока.